Вы готовы увидеть секрет успешного блогера? То, чем руководствуются многие, но никто об этом не говорит. Только сейчас, только на ваших экранах. Вы можете не только его увидеть, но вы можете его приобрести. Это просто полное наиполнейшее. В своей жизни я, наверное, видел много хреновых игр, но это одна из самых хреновых, которые я видел. Вот это битва будет. Я думаю, что Wargaming стоит задуматься и выпустить эти читы уже официально. Это было бы намного лучше. Арту нерфить, это все. Вот это было изменило абсолютно игру. Мы будем крутить фиджет спиннер 24 часа. Да, вы не ослышались. 24 часа. Да. Это у нас будет жирный боб. Я хотел поговорить с вами о чувствах, человеческих чувствах, которые вызывает музыка. Пошла последняя минута боя. Ничего не понятно, ничего не решено. В отчаянии наш герой пытается убить дерево, и как только он разрядился, засветился вражеский Т-57 Heavy, но стрелять по нему просто нечем. Наш герой не знает, что делать в этой ситуации, надеется на чудо. Лара Крофт против Антонова. Вот это действительно невероятный поворот. Ну вы видели вообще эту рожу? То, как он поет, и его рожа просто как будто он отложил миллион кирпичей, когда выжимал эту ноту. Что произошло-то? Неужели она в Годзиллу превратилась?